Потрудиться для женщин решили и некоторые сочинские мужчины. Наша телекомпания предоставила сильному полу уникальную возможность поздравить дам не только словами, но и делом, а именно создать неповторимый весенний букет. Что из этого получилось, узнаем из нашего следующего сюжета. У каждого праздника есть не только своя история и традиции, но и свои изюминки, интересные факты и даже мифы. Международный женский день не исключение. Он овеян и мифами древнего мира, и историческими фактами современной истории. О факте забастовки 8 марта 1857 года в Нью-Йорке работниц швейных и обувных фабрик знают все. Женщины требовали равную с мужчинами заработную плату и в итоге получили все права. А вот романтику взаимоотношений с мужчинами немного потеряли. Сегодня упущенная сильная половина человечества восполняет Международный женский день. 8 марта с первыми лучами солнца мужчины спешат поздравить всех женщин добрыми словами, подарками и, конечно же, цветами. Люблю очень розы. Я сейчас вот своими руками хочу, так сказать, поздравить своих женщин и попробовать сделать для них прекраснейший букет. Хорошо. От имени всех мужчин города Сочи поздравить наших любимых, наших прекрасных женщин с прекрасным весенним праздником 8 марта. Пожелать им наилучшего настроения, счастливой жизни и чтобы счастье и любовь всегда были с ними. С наступающим 8 марта!